Всем привет! В этом видео хочу сделать обзор на свою походную мини-печку, которую я беру с собой на охоту, на рыбалку и в другие походы. Это аналог походной мини-печки армии Германии для сухого горючего S-Bit. Металл оцинкованный, следов ржавчины после 2 лет использования мною пока нет. В оригинальных печках используется специальный сплав металла, который долго не теряет своих свойств. В аналогах, которые были скопированы, скорее всего используют обычную оцинковку. Плитка очень компактная и легкая. Размеры в сложенном виде 97 на 75 на 20 мм. Это примерно как 2 спичечных коробка. Плитка, кроме закрытого, имеет еще 2 фиксированных положения. Это положение используется для нагревания мелкой посуды, типа кружки. И второе положение, полностью разложенная, с углом 90 градусов для нагревания большой посуды, типа котелок СССР. Снизу, на дне печки, есть отверстие для лучшей вентиляции воздуха. Также имеется углубление для размещения таблетки S-Bit или нашего сухого спирта. Для вскипания воды объемом 1 литр при окружающей температуре в районе 0 градусов нам понадобится примерно 1 таблетка S-Bit или 2 таблетки нашего сухого спирта. Для разогрева пищи в консервной банке достаточно будет и 1 круглой таблетки. Во время ветреной погоды необходимо использовать ветрозащиту и большее количество топлива. Также удобной фишкой этой мини-горелки является то, что вовнутрь можно поместить 6 таблеток S-Bit или 4 таблетки нашего сухого спирта. Печка будет незаменима для разогрева пищи и нагрева воды в походе для 1 человека. При походе компании этой печки будет уже маловато. Так как я хожу в поход сам, то мне ее хватает с головой. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока!